Всем привет, Енода, и с вами Леон, и мы продолжаем играть за Last of Us. Ну, в общем, погнали. Тут мы нашли какой-то супермаркет, точнее, включили в нем свет. Ну и в целом идем дальше. Прикольная штука. Попробуем? Да, прикольная штука, на самом деле, прикольно выглядит. Только, наверное, это вызовет каких-нибудь зомби. Нет? Ну ладно, садимся на коняшку. Веселую коняшку. Поехали, но! Ты готова? Я что готов. Что мы делаем? Ну, это на самом ух деле... Ты, с одной стороны... Райли, иди сюда! Очень... Нет, без меня. Очень трагично. Вот и грустно, да, что ребенок у нас вот так вот один... ух ты! Гуляет. Ну, как гуляет, блядь, апокалипсис и... Просто минутка радости, на самом деле. Давай, поднимайся, садись рядом. Минутка радости, ладно, ничего подожди. Больше. Просто фан. Тут нет никакого геймплея. Тут не надо ничего делать вот именно сейчас. Именно этим и славилась. Но я же только села. Наггетти Докс. И сейчас оживет, наверное, нет? Отстой. Не ожила. Ну, а мне зато понравилось. О! Я придумала. Что это? Что треугольник сказал кругу? Что это? Катись отсюда. Сучка, это же книжка каламбуров. Книжка, сучка, книжка каламбуров. Когда опоздал на вечеринку? Попросил плечики. Смешно, на самом деле. Это тебе. Книжку каламбуров нам подарили. Знаешь, пожалуй, ты все-таки снова мой лучший друг. Так? Пожалуй, снова мой я лучший друг. Я же тебя знаю. Так, к слову. Ладно, ты готова? Давай. Шутка. Однажды два галстука зашли в бар и залили за воротник. По-моему, неплохо. Вот это класс. Ну, такие шутки. Нет ничего круче поутру, чем вареное яйцо. Смешно. Да, смешно. Мне нравится. О, фото, смотрите. Я читаю книжку «Фотобудка». Про мотивацию, и от нее просто не оторваться. Это смешно. Прикольно. Не то, чтобы он не умел жонглировать, просто не хотел сверкать шарами. Фу. Пошлые шутки. Люблю язык жестов, а то руки так и чешутся. Давайте пойдем сюда, в фотобудку, ведь можно нам нафоткать? Я забыл, как выращивать бактерии, но они сами выросли. Да. Смотрите, Facebook, фотка Фейсбука. Голодающие часы. Прикольно. Считают мгновение до обеда. О, да, врубилась? Да. Давайте сфоткаем. Мгновение. Ага. Так, я хочу сфоткаться. Ладно. Уберем, хватит. Да, хватит на нас книжки. Это я пока уберу. И фоткаться хочу. Шутки в сторону. А вот. И как это работает? Что-то они пошли мне туда. Кажется, там все сказано. Все, просто ой, нажмите старт. Давай я. Нет, знаешь что? Давай ты. Старт. О, тема. Какую выберешь? Ну, давайте тему любовь. Может, любовь? Давайте любовь. Хочешь меня хмурить? И не мечтай. Да. Так, внимание, любовь, вот тема. Сыр. Изменить позу. Ха-ха, прикольно. А теперь страшно. Динозавр. Ой! Так, так, давай мерзкие рожи. Давай. Мерзкие рожи. Давайте его надует по щеке. Прикольно, на самом сделай деле. Глупое лицо. Давай. Пусть такая остается. Прикольно. О, готово. А, эй, это мы. Глупо. Да, сойдет. Что такое Facebook? Ну да, Facebook. Что-то типа скраббука? Что писать? Ага. Да что хочешь. Ну, а, тут надо зайти в Facebook. Но у меня, так, к сожалению, Facebook'а нет и... Готово. Вот. О, он делится. Публикация.
Нет связи с... Ну да, Wi-Fi нет, это поэтому... Это как понимать? Ну, распечатать. Даже не верится, что получится. И мне. Принтер не работает. Ладно. О, да иди ты в жопу. Ну блин, он не печатает. Может, надо... Ошибка, все. Сломали, блин. Ой. Ой-ой. Что это было? Сломали эту будку к чертовой матери. Да, похоже на то. Ну, на самом деле, очень классно. Ну. Чем займемся? Пойдем дальше. Давай. Пошлите. Как она меня бесит. Она может нормально говорить? Вот правда. Я бы говорила так. Внимание. Фасбургер. Через 10 минут начинается 6-часовая смена. А что за фотография? Так, давай я теперь. Дитрик, манагер. Все граждане обязаны постоянно иметь при себе удостоверение личности. Докладывайте местному администратору обо всех людях с симптомами болезни. Да, он хандает. О, машинка. Бездействие. Можно на машинке покататься? Нет, нельзя на машинке покататься. Так было бы в 100 раз лучше. Погнали уже. Ого! Эй, смотри! Экскаватор. Ох ты, аркадные автоматы, черт возьми, они работают. Ну как, многие из них разбиты. Трипл Феникс. О, ничего себе! Ох ты, аэрохоккей. Аэрохоккей-то работает. А игрушка? А почему мы не можем ничего поделать? Ну, пожалуйста, дай нам поиграть. А, ну вот, дали одно. Нет, неужели не работает? Не работает. А я думала, что сейчас поиграю. Так, давай. Как? Так, иди сюда. Закрой глаза. Давай. Ладно. Вот тебе управление. Это удар рукой, это ногой, а это блок. Ладно. И чего буду делать? Сначала тебе надо выбрать героя. Ты выбрала безжалостную, типа фантазия, действенно красивую воительницу по имени Angel Knives. Это я все должна представить? Глаза. Ну хорошо. Да. Она стоит у храма тьмы. Прикольно, на самом деле. Таинственного здания, где проходят турниры бессмертных. Классное дополнение. Твой противник, черный клык, выходит из храма. Вообще по кайфу. Он супернакаченный белый чувак с тремя руками. Белый чувак. Он хочет пустить тебе кровь. Он встает в стойку и врубается музыка. Музыка врубается, уже музыка играет. Но первый раунд. Начинается первый. Ого! Раунд. Черный клык бросается на тебя и... Еще в СС сделали. Прыжок. Он промахнулся. Ты... Отлично. Него, это и... Квадратик. Черт возьми, представляете? Очень круто. Здоровья. Давайте, дальше. Разворачивается и проводит прием черная лапа. Что делать? Зажми назад и блок. Когда он проводит комбо, ты выставляешь локти. Ты скользишь назад, но урона не получаешь. Последний блок выводит его из равновесия. Он может встать в любую секунду. Скорее делай вознесение. Да. Он тебя схватил. Куда? Что за скорее? Да, рукой, блок, пинок. Это шквал клинков. Да. Так его. Давай спецприем. Вниз, вперед, куда? Так, вломи ему. Шикарно, просто блестяще придумано. Ого. Экран темнеет.
Клинки Энджел Мэрс начинают светиться. Она вонзает их в противника снова и снова, пока у того сердце не вылетает из груди. Затем ударом ноги с разворота она сносит ему башку. Из раны бьет кровавый фонтан. Всю сцену заливает кровью. Зашибись. Это ультраубийство. Энджел Найвс торжествующе вздымает кулаки над головой. Ты победила. Я победила! Для первого раза неплохо. Ну как? Неплохо. Да кайф же. Ну типа того. Эффект сам. Музыка? Слушай, нам пора назад. Почему? Мне пора назад. У тебя времени полно. Райли, если я опять накосячу, меня оттуда попрут. А завтра тогда продолжим. Нет. Я не смогу. Ну, тогда в другой день. Ладно. Вы уезжаете? Никогда? Мне приказано уходить. Куда? Откуда? Из Бостона. Меня переводят в отряд в другом городе. Я просила, чтобы меня оставили здесь. Но ты же знаешь, Марлин. Она спуску не дает, всех испытывает. Меня заберут завтра. Грусть. Синий джойстик. Ясно. И все? А что я должна сказать? Не знаю, дай дружеский совет. Я серьезно. Зачем мы здесь? Хотела повидаться. Нет, зачем мы здесь? Не знаю. Смысл жизни, что? Не знаю. Хочешь совета? Уходи. Давай, попрощаемся и все. Пойду гляну, что за музыка. Райли. Райли! Твою мать. Пойдет за ней ведь. Фонарик щелкнул что-то. Райли! Райли! Я хочу назад. Ладно, бежим. О боже, что это? Манекен? Прикольно на самом деле. Много манекенов пугает. Ну, зачастую. А ты чего вылупился? О, выход. Загрызлишь ты. Ты такое когда-нибудь видела? Больше не разговариваем? Не знаю, сама решай. Слушай, хватит на меня дуться. Это я должна дуться. За что? Я просто спросила совета. С каких пор тебе важно мое мнение? Мы дружили. Мы были больше, чем друзья, а потом ты послала меня в жопу и смылась. Ты весь день... Тебя совесть мучает? Хочешь загладить вину? Я тебя прощаю. Я сейчас должна быть на другом конце города. Если меня, цикаду, тут схватят, мне конец. Не из-за мук совести я пробиралась через заставы, Элли. Да, я натворила такого, что теперь вроде как и не исправишь, но... Я пытаюсь. Кстати говоря... Пистолеты. Те водяные ружья, о которых ты мечтала. Достала. Меня из-за них чуть не грохнули. Сюрприз.
сейчас начнут играть, и мы будем управлять. Ладно. Сначала я тебя уничтожу. Потом поговорим. Ох, я тебя замочу. Давай, попробуй, цикада. Что ты там пристроилась? Да, ох, ты у меня попляшешь. Прикольно. Ах ты! Подлюга. Ах ты! Облить! Все, мы выиграли. Я тебя замочила. Это нормально. Прикольно. Ну, почти попала. Что? Да. Протри глаза. Ну, хорошо, хорошо. Считай до пяти. Я спрячусь и начнем охоту. В кого попали первым, тот проиграл. Ладно. Закрой глаза. Раз, два, три, четыре, пять. Готово? Диск. Ну, давай, я вся твоя. Диски. Консоль нового поколения. Будем пытаться найти ее так, по слуху. Что, страшно? Мы выиграли. Черт. Шикарно. Ну, давай так. Давай до двух побед. Поехали. Ладно. Старт. До двух Раз, побед. Раз, два, три, четыре, пять. Тебе конец. Попробуем-ка мы ее найти. Есть. Опять выиграли. О, мастерство не прольешь, дали ачивку. О, надо же, и как это получилось? Вот ладно. Это мастерство. Отдавай мне свой жетон. Ух ты! Еще и издеваешься, сейчас я тебе покажу. Райли. Я бы рада так весь день играть. Но тебе пора идти. Да, пора. Ну ладно, хорошо. Давай хоть провожу. Ну да. Давай тебе поставим стандартный. Сейчас я только рюкзак возьму. Диапазон. Чтобы у нас не было никаких багов. Да я не знаю, из-за чего происходит. Вот эти иногда рывки происходят. Слушай. Видимо, из-за приставки. Или платы. Я тогда злилась, но я серьезно. Уходи. Что? Почему? Ты ведь так давно этого хотела. Это твоя мечта. Мне ли тебя держать? Кому, если не тебе? Угу. Справедливо. Нет, прошу, не уходи. Я без тебя не смогу. Актеры, у которых нет Оскара. Переживу.
И ты переживешь. И мы с тобой еще увидимся. Все правильно. Все правильно. Оставь их себе. Мне-то они зачем? Ты все таскаешь этот плеер? А то. Покажи. Дисковый, что ли? А, кассетный. И что там? Там твоя кассета. Да, тебе без меня будет тяжко. Заткнись. Брось все, пойдем. А портфель. Портфель. Увидишь. Хотят музыку, что ли, включить? Шикарно, вот только будет за авторские права, поэтому я как мне сейчас, я не знаю, включу субтитры, ребята, и выключу звук, потому что музыка будет, ну, это авторские права 100%. Пока тут играет музыка, там, ты что, да ну, иди сюда. Ну, на самом деле опасно снимать с авторскими правами, вот поэтому я выключу звук. Поэтому оставлю субтитры, чтобы не были веселец. Ну, наверное, хорошая музыка играет, но полюбас с авторским правом. The Last of Us уже давали страйк как-то на канале. И еще раз как-то не хочешь, чтобы получали мы с вами. Че, грустит она? Не уходи. Такое немое кино у нас сейчас с вами. Она скажет, я не могу. Ох ты, ёб ты, РСТ. Ни хрена себе. Прости. Чёрт возьми. Что за... Что за... Ха-ха-ха, сейчас было. Лесбиянки. Зомби? Вот это вообще неожиданно, то, что они друг друга поцеловали, и то, что сейчас происходит, просто неожиданность. Охренеть. Вы видели, что было, да? Я сам в шоке. Джоэл! Джоэл? Уснула она, что ли? Нет, она все, конечно, вспоминает. Да, правильно, прячь аптечку и пойдем дальше. Ну, очень круто. Очень круто. Ладно, дорогие друзья, давайте мы на этом завершим данную серию. В следующей серии продолжим. Было чертовски здорово. Классная, на самом деле, серия. Блин, классно вообще. Поцелуи эти все. Волнительно так. Ну, ладно, всем спасибо. Ставьте лайки, не забывайте. И всем пока, до новых.